Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Сегодня вторник и время хлеба. И будем печь мы с вами сегодня вот такой вот чудесный, замечательный, великолепный, очень ароматный. У меня он еще горячий, только из духовки хлеб. Попробуйте хоть раз сделать такой домашний, быстрый, простой, неимоверно легкий хлеб. И лаваши перестанете покупать. Я вам это гарантирую. Посмотрите, какая у него корочка. Выглядит он. Может быть, не супер шикарно, но на самом деле он неимоверно вкусен. И любой лаваш заткнет за пояс. А сделать его легко. Смотрите ролик с очень вкусной дегустацией. Да, сейчас будет дегустация. Но сначала посмотрите, как мы его делали. А делать его очень и очень просто. Начинаем печь наш самый простой хлеб без замеса. Мука пшеничная, отмерена у нас уже на весах. Всыпаем к ней соль и сухие дрожжи. И на сухую перемешиваем для равномерного распределения их в объеме. Перемешали и вливаем воду. Вода комнатной температуры. И снова перемешиваем до полного увлажнения всей муки. Сухих участков не должно остаться. Без рук и хитрых приспособлений просто вот ложкой вымешиваем наше будущее тесто. Перемешиваем в среднем 1,5-2 минуты до тех пор, пока сухих мест не останется от слова совсем. Полностью вся мука должна быть увлажнена, и она должна вот получиться такая наша тестовая заготовка, достаточно однородная, что вы сейчас и видите. Наше тесто подготовлено, затягиваем пленкой емкость, либо накрываем крышкой, чтобы оно не заветривало. И оставляем при комнатной температуре, в среднем 24 градуса, на 8-10 часов. Собственно, все, хлеб почти готов. Берем противень или тефлоновый коврик, как в нашем случае. Прошло-то у нас уже 7 часов, и можно выпекать хлеб. Смотрите, как он подрос за эти 7 часов, увеличился в объеме где-то около 2 раз. И теперь просто отправляем его туда, где будем выпекать. Тесто очень-очень липкое. Смотрите, оно прям прилипает к форме. Это нормально, не переживайте. Так и должно быть. Получается такая бесформенная лепешка у нас. И теперь просто руками придаем ей форму. Там, допустим, прямоугольника, овала, не суть важно. То, что хотите получить в итоге. Не вымешиваем, не замешиваем, ничего не делаем. Сверху немного припыляем мукой и чуть-чуть вот так вот руками растягиваем в равномерную форму. Все. Руки тоже не забывайте припылять, потому что тесто у вас будет очень и очень липкое. Ну вот, мы под шашлык его делаем, поэтому имитируем такую форму, немного похожую на лаваш. И теперь оставляем при комнатной температуре еще минут на 30. Наш хлеболаваш постоял на расстойке полчаса, и самое время отправить его в духовку. Выпекать будем на двух режимах, сначала с паром, потом без пара. Все раскладки, громовки, температурный режим указаны в описании ролика и в первом комментарии. Отправляем наш хлеб в духовку. Смотрите, вот такой вот хлебный лаваш, наш вкусный, замечательный. Сейчас его разрежем и покажем его внутренний мир. Слышите, как хрустит корочка? Очень-очень она аппетитная и замечательная. Как он аппетитный? Ах, гляньте. Вот это да. Вот. Множество больших дырок. Множество больших дырок. Очень воздушный мякиш, хрустящая корочка и просто неимоверно вкусный хлеб. Ага. Оп, смотрите, как он пружинит. Да. Так, а сейчас мы с Ярославом будем его дегустировать. Ярослав, как пахнет? Вкусный и твердый. Вкусная и твердая корочка? С Ярославом, с моим наследником и помощником будем пробовать. Угу. Хлеб этот лучше не резать, друзья мои, а просто, слышите как, ломать. Гляди, какие дырки огромные. Пахнет внутри очень вкусно. Угу. Горячий. С соусом будешь такой хлеб? Буду. Давай тебе вот с этим соусом. Кстати, соус тоже скоро будет на канале. Да и с шашлычком еще, а? Держи. А теперь я попробую. Классный, очень-очень пористый такой мякиш. Вкусно? Реально. Вы видели только что, как делается очень просто. Ты, кстати, остренького соуса взял. Делается очень просто этот хлеб. И насколько он вкусен. С
соус обмакнули, томатный, хороший, классный. И просто хочется петь и летать. Насколько он прекрасен. М? Ага. А сейчас еще шашлычку кусочек. Nice. У нас девчонки не дождутся дома. Ждут, да. Ждут, когда мужики им принесут шашлык. Они напитки расставляют. Напитки? Ага. Вот так вот, друзья мои. Напитки нам девчонки расставляют. Вкусные лимонады. Ага. Пойдем мы их кормить вкусным шашлыком. Угу. И замечательным хлебом. Ага. Хлеб просто. Держи. Очень вкусное. Пойдем? Пойдем. А вы не забудьте поставить нам лайк, написать какой-нибудь хороший комментарий. Даже два. Один мне, один Ярослава. Скоро увидимся, друзья. Пока-пока.